Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня тема лекции, видеоурока следующая. Человек раздражен всегда и недоволен всегда. Ну, вот есть такое, вы знаете, он у нас ничем не доволен. Он всегда ходит раздраженный, все ему не так, все ему не так. Если у человека есть такое, его преследует такое, может, этот человек даже и сам не рад, что он такой. Вот здесь я вам хочу сказать, не по своей философии, а по моим наблюдениям, что бывает, люди даже сами не хотят быть теми, кем они на самом деле есть. Ну а измениться нет, как бы у человека огромной веры и желания. Да ну, устраивает нас всех такая жизнь, ну и устраивает. Но помните, когда человек всегда недоволен и раздражен, то это у него проблемы с желчным пузырем. Помните, что желчный пузырь – это единственный орган, который чистый. Когда он становится исполненный желчи, он становится грязным. И человек начинает быть исполненным желчи, вследствие чего, что эта желчь выходит из человека. Он раздражен, он всегда гневлив, он всегда недоволен. То точка ВБ-38 Янфу – помощь таким людям. Я не говорю, что эта точка сразу приведет вас в норму. Мы не говорим, что эта точка сразу, скажем так, даст вам умиротворение, радость, как бы там, скажем так, благополучие какое-то. Но, тем не менее, стоит попробовать поработать с этой точкой. И если вы почувствуете, скажем так, хороший результат, то цепляйтесь. Знаете, как вот утопающий цепляется за соломинку. Вот цепляйтесь и вы за этот результат. Живите этим результатом. И через время что? Периодически опять работайте с данной точкой, которая что? Ответит вам тем же. Спасибо за внимание.